Приветствуем всех поклонников автоспорта. С вами Планета Ралли Рейд. Темой нашей программы станет ралли Абу-Даби Desert Challenge, которая состоялась с 4 по 11 апреля в Арабских Эмиратах в статусе второго этапа Кубка мира ФИА по ралли-рейдам и первого этапа чемпионата мира ФИМ для мотоциклов и квадов. Гонка собрала на старте сильнейших гонщиков и команд, еще недавно соревновавшихся на южноамериканском континенте в рамках марафона «Дакар». Девять участников вышли на старт гонки, 49 джипов и 60 мотоциклов и квадов. Yo creo que mi principal objetivo es este, ¿no? Coger el feeling de nuevo, sentirme cómodo en la moto, sentirme cómodo en el desierto, que hace tiempo que no estoy debajo de la presión de la competición, y este es un poco mi objetivo, y seguro que si esto lo conseguimos, el resultado vendrá. La moto maintenant est quasiment la même moto de Dakar, un peu meilleure, un peu plus d'évolution pour nous. Mais maintenant au Japon, il va faire une complètement nouvelle moto et 10 courses seulement pour faire un peu plus de kilomètres et un peu plus de rodage avec le team, avec le Japon et le pilote aussi. Bueno, es importante correr siempre con gente como Marc, que volver a estar, a medirse con él después de que no estuvo en el Dakar, también con la gente de Honda, con Elder y Sam, que será muy rápido aquí. Es muy bueno para saber dónde estás y saber el nivel, pero nosotros tenemos que optar a todo y solo nos vale ganar. I love to ride on the dunes, on the sand, and this terrain is for me the most happiness place to ride on the bike. В списке внедорожников были представлены сильнейшие команды. X-Raid, заявивший на гонку 3 мини и 1 BMW X3 под управлением Кшиштофа Халовчица, Нани Ромы, Стефана Шота и нового клиента команды парагвайца Виктора Ремпеля. Es muy bueno para el entreno, es muy bueno para el coche, para el test de todo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, venimos aquí para intentar ganar la carrera, aunque es un año que hay muchos buenos pilotos, muy buenos coches y no será fácil, pero bueno, lo intentaremos. What will be behind the wall? Because it's always the same question. What will be behind the wall? Okay, when you have a good style like Stefan, who is surfing on the dunes, it's much easier. I will try to change my style just like that, but it's not so easy.
Главными соперниками немецкой конюшни традиционно стал Жан-Луи Шлиссер, выступающий в паре с Константином Жильцовым, а также команда Overdrive, которая представила на гонке 5 экипажей под управлением Лусио Альвареса, Нунсио Кафара, Мартина Космарицки и двух российских пилотов Леонида Огородникова и Владимира Шермана. Es un muy buen auto para las dunas, es un auto que va muy bien en la duna, tiene muy buenas prestaciones y la verdad que ayer en las pruebas anduvimos, al principio nos costó agarrar un poco el ritmo de la duna, de cómo eran, pero después de una hora o dos de prueba, la verdad que íbamos muy bien. Впервые в Абу-Даби приехала голландская конюшня Mitsubishi Lancer, которые обновили свои автомобили, поставив новый двигатель, и определили новое название – Asher X-Ford. Двумя болидами управляли Бернард Тен Бринке и Эрик Ван Лум. Большим разочарованием стал отказ от участия в гонке Насера Аль-Аттия, анонсированного организаторами в начале марта. Сезон ралли-рейдов и подготовку к Дакару катарец начнет только на своей домашней гонке, третьем этапе Кубка мира Силань Кросс Кантри. Помимо этого, в Абу-Даби не смогли приехать российские команды G-Force, которые в связи с судебными тяжбами ФИА, начавшимися после итальянской Бахи, не получили разрешения участвовать в этой гонке. По традиции в Эмиратах наблюдалось большое представительство стандартных автомобилей категории Т2. 16 джипов, преимущественно марки Nissan Patrol, приехали побороться за очки Кубка мира. Российский экипаж Александра Бароненко и Романа Елагина, украинец Вадим Нестерчук, казахские пилоты Денис Березовский, Айдын Рахимбаев, Буржан Исабаев, Канат Шагиров – все эти известные пилоты значились в списке Т2. Из иностранцев стоит отметить лидера классификации Маркоса Мораеса и португальца Рамула Бранка. А из местных гонщиков главную опасность представлял Яха Аль-Хели и Ибрагим Аль-Мухана. Et je voulais pousser pour avoir un des meilleurs temps pour commencer en dernier, pour essayer de suivre un peu. Et donc je suis très content, j'ai eu le meilleur temps. Donc ouais, je suis choqué. По традиции гонку открыли административные технические проверки, которые были организованы в известном Yas Marina Circuit. Strategically, we want to win the prologue for the bike so that you can have a strategic position on the first day. And yeah, I rode smoothly and it worked out well for me. And yeah, I'm really looking forward to the start. It's a good position. I couldn't have asked for any better position to start in. Далее участников ожидал короткий 2-километровый пролог, который по спортивной составляющей не представлял большого интереса, но зато был ярким шоу для зрителей и прессы.
position three will be the best on the road. Just somebody who opened the road, and the rest you don't, you eat the dust if you come to somebody. I think will be good position for tomorrow. Ja, best goede start. Een tijdje niet gereden met de auto. Vanmiddag even een kleine shakedown gedaan. Dus ja, niet ontevreden. 1,3 seconden achter Hollowitz met de Mini. Dus, ja. First day is we make it a bit easy, and when you say easy, it's not easy. It's just easier than the other 3 or 4 days. But the competition is going to be there. But the demand on the fatigue on the I think on the competitors and the cars are much more than any other event. Зато первый боевой день гонки выдался на редкость напряженным. Перед стартом организаторы собрали срочный брифинг. Неблагоприятная погода и плохая видимость вынудили организаторов перенести время старта и место старта, отправив участников на контрольную точку 1. Estamos en la salida de la primera especial y bueno, estos días el tiempo no ha sido muy bueno. Ayer lo pudimos comprobar en la super especial y esta noche ha llovido y bueno, como vemos una importante tormenta de arena nos está afectando y esto hace pues que los helicópteros sea difícil volar para ellos y en caso de emergencia pues complicaría nuestro rescate, ¿no? Por lo tanto la seguridad está un poco en el aire y por esto estamos esperando a ver si las condiciones mejoran o no sé cuál va a ser la solución que va a tomar la organización. Everybody's filled with adrenaline. Everybody's ready to go. We are trained for months. We are prepared bikes for months. So we are ready to go. Now it's a question of nature. If nature allows us to go. What we're going to do is move you through the desert, not through the stage, by this road section which you'll be given. Канал джипов стартовал со 116 километра трассы и преодолел более 180 километров спецучастка. А вот мотоциклы и квады в этот день напрямую были отправлены на бивуак в режиме Лиазона. Thank you.
cancelled for the bikes, cancelled for motos. Very sorry to have kept you out here, but we can go. Only bikes. There's no decision on the cars yet. Mañana seguro que será un buen día porque salimos atrás, pero hay que contar todos los días. Antes eran 5 días, acababas siempre con un día bueno, ahora son 4, acabas con un día malo. Entonces cambia un poco, pero hay que adaptarse a lo que hay y nada, intentaremos sacar lo mejor que se pueda de este rally. Yeah, it's kind of anti-climax, you know. You're so like focused on the stage, and you prepared everything, and then you arrive, you're waiting, and then it hangs around, and you know, it's okay. It's out of everybody's control, you know. That nobody controls the weather, so it's one of those things. Everybody is the same, so we have to grace the race. Победу на первом этапе праздновал Лусио Альварес, однако победа оказалась последней в этой гонке, так как аргентинец сошел из-за того, что за 4 километра до финиша он перевернулся и повредил каркас на своем автомобиле. Таким образом, согласно регламенту, он не имел права стартовать на следующий день. Pero bueno, es parte del desierto. El problema es que no gestionamos ni podemos decidir la meteorología, por lo tanto tenemos que aceptar. Al final hemos salido, ha sido muy muy difícil porque no han salido las motos y delante no había ninguna traza, por lo tanto he tenido que ir buscando mi traza y ha sido muy difícil. Для экипажа Жан-Луиш Лессера и Константина Жильцова день выдался не самым удачным, только 11-й результат дня. Как рассказал штурман, 2-3 остановки пришлось сделать на спецучастке, которые были вызваны механическими проблемами с колесами и работой подкачки. По итогам дня экипаж потерял полчаса относительно лидера, но в Эмиратах такая разница не такая уж и большая. Леонид Огородников и Антон Николаев показали 14-й результат на финише, при том, что ребята пробили 2 колеса, а также помогли застрявшему холовщицу выбраться из песчаной ловушки. Александр Бароненко и Роман Елагин показали 20-й результат, но также потеряли время, попав в ту же песчаную ловушку, что и Кшиштоф Холовщиц. Второй день гонки приготовил новые задачи и новые испытания для участников. Экипажи прошли спецучасток дистанции 250 километров, полный песков, дюн и сложной навигации. В лидерах дня приехали Нани Рома, Кшиштоф Холовщиц, оба на мини, а также Гильермо Спинелли на Митсубиси. А вот Шлессеру Жильцовым вновь не повезло. Опять были механические проблемы с подкачкой, и на одной из дюн экипаж засел, а когда воспользовался гидроногой, она застряла, и штурману пришлось копать целых 1,5 метра в глубину, чтобы освободить гидроногу и убрать ее. Таким образом, было потеряно еще почти полчаса, и лидер гонки Нани Рома имел 50-минутное преимущество. With the car, because the car not pulling properly.